Всем привет! С вами дядя Володя Страшный, проект Мобил. И, как говорится, баба с возу кобыле легче, но в нашем случае аккумулятор от Kia из гаража, и Kia у нас в строю. Вот такая пословица. Что значит у нас тут? Втулка, можно сказать, высохла, можно ее ставить. Гаечка тоже подсохла, я их так развел, потому что между ними краска была не высохшая. Там вот в моменте склеивания. Тут тоже подсохло, подставлял, слишком длинные, придется их обрезать. Вот эти вот увеличенные, вот эти вот кривые, кем-то вареные, придется их немножко, может быть. Ну, сейчас будет видно. Ну, наполовину точно. Но это будет у нас видно. Так. Три жопы на пятак. В остальном, какие планы? Планы, значит, сделать сетки, глушитель. Какую-то трубку брать. На конце трубки на четырех каких-то гвоздиках спереди перед торцом отверстия пятак приваривать, чтобы не напрямую било в трубку, а ударялось в пятак и вокруг, значит, обходило в трубочку, выходило. Вот такая тема. Значит, и здесь такие немножко вниз сделать. Или, ну, чтобы они, как бы, грубо говоря, по прямой будут. Глушаки кверху, а эти будут по прямой. Или наискось срезаны, или они будут загнуты. Ну, а-ля Дукати. Вот такие планы. Продолжаем. Наш вот так. Короче, вставил я эти сайлентблоки, которые мне купили. Этот с десяткой внутренний диаметр сайлентблоков. Вставил его вниз. Десятка все подходит. Вверх должна быть восьмерка. Но вверх у меня вообще двенадцатка. Двенадцатка. Показываю. Вот она двенадцатка. Мерил я ее. Просто поверьте на слово, двенадцатка вообще никудой. Десятка, кстати, ижевская. А восьмерка это чизетовская. Ну вот я вот, короче, десятку снизу поставил, а это двенадцатка осталась. Ну раз других нету, что мне делать? Вот трубка, буду втулить. Вот она будет. Вот так вот будет. Других вариантов у дяди Володи нету. Буду трубочкой втулить. По длине амортизаторов. Сейчас я все это соединял. Сынуля помогал, приподнимал мне. Вонзал сюда болты. Стоит он, конь Буденного. Жопа задрата, перед внизу. Короче, не по фэншую. Надо будет вот эти вот обрезать, ну, чуть ли не в половину. Вот как он сейчас стоит, и то это. И то он сильно задратый. Эта цепь неправильно будет работать. То есть, ну вот здесь должно быть приварено. Все как обычные ижевские. В общем, получился размер под обычные ижевские амортизаторы. А так работает вообще чин-чинарем. Так нормально выжимается. Все вообще класс. Так что я буду их разбирать полностью, чтобы они не взорвались при сварке. Обрезать и по-новому приваривать проушинки. Вот такие у меня планы. Планы Барбаросса. По задним амортизаторам. Ну, сами видите, вот оранж. Оранж как красиво смотрится сзади. Завтра я забодяжу сюда крылышко. Покрашу в оранжевый цвет тоже. Ну и все будет по фэншую. Ребята, я вам не рассказал. Сегодня я разблокировал свою страницу ВКонтакте. Открыл ее, а там от вас сообщений около сотни. И все там пишут, спрашивают, рассказывают. Вот начинаю отвечать. Прочту, отвечу. Хренак. Было 98, стало 100. Ну, потому что ответили. Бляха. В общем, я полтора часа сидел, вроде под ноль скинул их. Ну, там ответ. Отвечал. Ну, короче, вот так вот. ВК, он очень много времени отнимает на вопросы, на ответы, на все это, на билиберду на этом. Так,
Но здесь обычное зажигание кулачковое стоит. Заводится он так просто. Подходишь его и пыркаешь, он работает. У меня работает. У меня прекрасно работает. Он сейчас не завелся, потому что в карбюраторе нет бензина. Он последний раз у меня скушал его под ноль. Так, дальше что? Фильм о том, как делалось... Блять, как я разбираю, сука, этот амортизатор чизетовский. Для того, чтобы разобрать амортизатор чизетовский, нужно иметь какой-то... Блядь, да не ключ надо иметь, мозги надо, сука, иметь. В общем, ребята, вот он взведенный, надо его... Ну, чтобы он был невзведенный сделать, да? Взять ключ, сделать его невзведенным. Вот, на всю мы его распустили. То есть он сейчас, пружина не сжатая. А потом немножко вот так вот на себя натянуть и чуть-чуть повернуть. И вот там есть отверстие, и он туда выскочит. Блять! Вот, дядя Володя страшный, разобрал при вас, при нас, при всех нас амортизатор. Вот так вот. Раз, два. Я думал, что дырка. Дырка дырявая. Так. Потом что мы делаем, ребята? Ну, это вот отбойник. Сами видите, да? Все тут по фэншую. Вот сайлентблок. Вот так его вынимаем, блядь. Кидаем сюда. Эти сайлентблоки потом сделаем. Ну, вот так вот. Короче, что нужно? Раскрутить. Чтобы раскрутить, надо вот так его. Чик. Чик, чирик и ку-ку. Вот так делаем. Находим ключ. Насколько здесь ключ, как думаете? Вот так вот. Насколько ключ, и рука сразу к ключу сама. Смотрим ключ. Тот, тот, не тот, тот, не тот. Хоп! Есть контакт. Поняли, да? Как ключ подбирать надо. И раскручиваем. Сейчас расскажу, для чего все это мы делаем. Мы все это делаем, чтобы вот эту вот лепоту, это все обрезать. И вот это вот колечко, проушинку, приварить там, где она раньше была с завода. Под самую жопку. И тогда она подойдет нам по размеру все. Ну, по размеру нам ижевские обычные подошли бы, но у нас же их нету. У одного там человека есть новые, блядь. Но он им цены не сложит, блядь. Он 70 лет не ездил на своей планете третьей. Они у нее лежат там уже, сгнили, блядь, новые. О, тут жидкость есть, ребята. Ну, сейчас все это будем выпихать отсюда. Ну, как выпихну, покажу. Боюсь засрать камеру. Сами понимаете. Не царское дело. Знаете, почему так? Потому что тянул, тянул. Как она чмякнула сюда, сука, блядь. Гляньте, ребят, тут и жидкость хорошая залита, правильная. Веретенное масло. Вот видите. Тут все правильно. Ну, недаром этот амортизатор-то, ребят, приехал откуда? Из Уфы, от Максима Федорова. Ай, братулец, спасибо тебе. Ой, прислал нам хорошую вещь. Ну, зальем сюда жидкости не хуже, чем эта залитая. Видите, какая она жиденькая, правильная, хорошая, цвета определенного. То, что я здесь налил, это ничего страшного. Дядя Володя страшный, тут это все уберет. Все, теперь, ребята, мы можем резать, варить. И ничего здесь не взорвется. Видите, как здесь сделано? Это чехи делали, это вам не русская система. Тут все будет работать. Тут все будет работать, ребята. Как бы мне поймать это все? Поймал? Поймал, поймал. Ребята, взял, а не знаю, во что вылить. Я знаю, во что вылить, только не знаю, как. Я сейчас вылью вот на мобилу. Посмотрим, замкнет или нет. Шуткую, ребята. Я вас немножко положу здесь, мобилой рядом. Вот так вот, на мобилу. Чик. А тем временем возьму баночку. Вот эту.
Ну, идем, да, выливать. Баночка моя приготовлена. Дело в том, что я знаю, что в этой баночке, вот если по бумажечку, по сверху, это 110 миллилитров. И начинаем выливать. Ну, это мы мануал найдем, сколько лить в него. Это ж мы уже не растеряемся. Такой стаканчик. Кривенькой немножко, а мы сделаем ровненькой. Сколько тут налили мы? Ну, это здесь грамм 75-80 миллилитров, то есть. Ну что, теперь вы знаете, как разбирать ароматизатор. Называйте его так. Чизетовский, яловский. Ну, это чизетовский. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч. Встретимся уже, когда будем приваривать ухо.